I get a feeling it's gonna be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly print. Ты Джастин Тимберлейк, только японский. Почему ты мне доверил свою машину? Ты же знал, что я разобью. А почему нет? Но она стоит кучу денег. Деньги у меня есть. А вот надежных и крепких парней не хватает. Дело в том, что твое окружение тебя тоже характеризует. Потерять машину, но понять, из чего ты слеплен, равноценный обмен. Те люди внизу. Они живут по правилам, а толку? Их все равно поглотил страх. А перестанут бояться, и что? Тогда все просто. Выбираешь путь и идешь без оглядки.